А теперь позвольте мне остановиться и дать место вам задать вопросы, после чего мы сделаем перерыв и затем перейдем к новой теме. Мы будем рассматривать философские доводы в поддержку модели частной суверенности. Да, пожалуйста. Я не уверен, правильно я говорю или нет. Вот есть слово «все», которое записано в 11 стихе. Но есть и слово в 10 стихе. И в 10 стихе это «все» включает небесное и земное и устроение полноты времени. Как я понимаю, то это начало. Поэтому «все» подразумевает не спасение, а небо, землю и время, так? Да, я думаю, что каждая сторона в этом споре скажет, что все подразумевает все, что на небе и что на земле, а также полноту времени. Но просто можно сказать, что вот это все также подразумевает и процесс спасения. Но опять же, я хотел бы повторить основную идею. Нельзя полагать, что раз одно и то же слово «все» записано в 10 и в 11 стихе, то оно обязательно означает одно и то же. Вы можете сказать, ну а почему же не так? Ведь это одно и то же слово. И опять же, я хочу сказать, очень важно рассмотреть контекст. И как вы уже показали, контекст 10 стиха не исключительно подразумевает одно лишь спасение. Я думаю, что мы не можем исключить спасение. Но вы правы, здесь есть намек на расширение границ. И в 11 стихе речь идет о чем-то, что больше, чем спасение. Границы расширяются, и уже речь идет обо всем. Но опять же, это не означает, что здесь подразумевается лишь то, что подразумевается в 10 стихе. Я хотел бы это перефразировать и сказать несколько иначе. Если вы находите похожие слова и даже абсолютно одинаковые слова, это не означает, что они обозначают одинаковые концепции. Вот, скажем, есть слово «посмотри». И если я произнесу это слово в разных контекстах, то оно может означать совершенно разное. Скажем, если мы с вами едем в машине по улице, и на обочине дороги я увидел, скажем, кинозвезду, и этот человек движется в нашем направлении, и я говорю «смотри», то я не предупреждаю вас. Я просто призываю вас обратить внимание на что-то, что достойно вашего внимания. Но с другой стороны, если мы идем по лесу, и я замечаю, что если вы продолжите идти в том направлении, в котором вы идете, то вы неминуемо наступите на змею. Поэтому я обращаюсь к вам и говорю, посмотри. Но я не прошу вас посмотреть в окно. Я предупреждаю вас об опасности. И как я могу определить, что это слово означает в том или ином случае? Надо посмотреть на контекст, и то же самое здесь. Я думаю, что ваша общая мысль верна, но об этом также надо помнить. Хороший вопрос. Да, пожалуйста. У меня еще один вопрос по этому тексту Писания. В 11 и 12 стихе речь идет от первого лица множественного числа, а в 13 стихе уже от второго лица множественного числа. Возможно ли на основании этого предложить такое толкование? В 11 стихе речь идет о плане спасения, подразумевая как язычников, так и иудеев, особенно в свете того, что Павел написал во второй главе. Может ли армянин предложить такое толкование этого библейского текста? Что ж, спасибо, что задали этот вопрос, потому что есть армяне, которые как раз и говорили о том, что если вернуться к 10 стиху, где говорится о том, что все небесное и земное соединено под главой Христа, а в 9 стихе речь идет о тайне, а что это за тайна? И вот как раз говорят, если обратиться к 3 главе, и 6 стих. Здесь также говорится о тайне, тайне объединения язычников и евреев. И, быть может, Павел именно об этом здесь говорит.
а не о том, что Бог предопределил все. Что ж, опять я хотел бы сказать следующее. Не позволяйте себе совершить ошибку, думая, что раз используется то же самое слово, то и смысл такой же. Но что касается конкретно вашего вопроса, я бы не стал отрицать, что в послании к Ефесянам действительно говорится о том, что Бог объединил в церкви и язычников, и евреев. Но вы не найдете этого в первой главе. Павел не начинает свое послание с этого вопроса, а переходит к нему лишь во второй главе. И если говорить более конкретно, то мы начинаем об этом читать с 11 стиха 2 главы и затем опять в 3 главе. Но почему вы будете пытаться истолковать какой-то текст Писания, ссылаясь на тот текст, который через 2 главы только будет написан? И в нашем случае мы видим, что это будет аж в следующей главе. И ведь мы видим, что в ближайшем контексте нет ничего, чтобы позволило нам думать, что именно об этом пишет апостол Павел. Итак, возможно ли это? Да. Я думаю, что возможно, если посмотреть на широкий контекст послания к Ефесянам. Однако мы при этом видим, что в ближайшем, непосредственном контексте нет ничего, что говорит об этом. И скажем, почему бы нам не решить, что та тайна, о которой мы читаем в 9 стихе, объясняется в 10, так как это часть одного предложения? Зачем за объяснением идти во вторую главу? И также не забывайте того, о чем мы говорили, когда читали 11 стих. Там есть слово «и» или «также». И получается, что Павел хочет добавить еще одну мысль к той, о которой он уже написал. И в первой главе он нигде не пишет о союзе язычников и евреев в церкви. И если об этом он пишет в 11 стихе, то он должен об этом упомянуть. Так что у нас нет свидетельств в поддержку этого толкования. Спасибо за вопрос. Когда вы будете читать книгу, то вы еще раз прочитаете толкование этого текста более подробно. Я надеюсь, что к концу обсуждения этой темы вы поймете, если уже не поняли, что относительно умеренный армянский подход к пониманию богословия, который основывается на модели общей суверенности, и относительно умеренный кальвинистский подход к пониманию богословия, основанный на модели частной суверенности, совсем недалеко друг от друга. Да, между ними есть черта, разделяющая их. Эта черта прилегает в понимании свободной воли и в понимании того, использует ли Бог всю ту власть, которая Ему принадлежит, то могущество, которое у Него есть. Но, кроме этого, они рядом друг с другом. И есть еще один момент, который, я надеюсь, вы уловили. Это касается того, что мы обсуждали на предыдущей лекции, и к чему еще вернемся, в вопросе частной суверенности. Возможно иметь немного иной взгляд на атрибуты Бога, и при этом Бог становится более близким, проявляющим заботу. Но далее я буду приводить такой аргумент, который нам покажет, что Бог, несомненно, есть Царь. Поэтому вот это понимание, что если вы придерживаетесь классического представления об атрибутах Бога, то вы неминуемо придете к такому Богу, который монарх, который имеет всю власть, ни с кем не делится и ни о ком не заботится. И единственный путь, чтобы изменить представление о Боге, это изменить представление о Его атрибутах? Нет. Я буду приводить довод, и он лежит в основе написанной мной книги, что вполне возможно поменять представление о ненравственных атрибутах Бога, истолковать их таким образом, что Бог становится более близким, и в то же время Он остается Царем, суверенным владыкой,
каковым его видит классический теизм. У него есть вся власть, и он использует ее. Что ж, но разве это не требует наличия либертарной свободной воли? Нет. Более того, если вы придерживаетесь либертарной свободной воли, то у вас все распадется, потому что Бог не сможет использовать свою власть. И как раз причина того, что вы можете согласовать представление о могуществе и суверенности Бога, позволив Ему быть царем, но таким царем, который заботится, это компатибилизм. Только в этом случае вы можете согласовать свободные поступки людей и Божью суверенность. Но мы с вами об этом еще поговорим. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Если еще вопросы и замечания относительно аргументов об общей суверенности? Да, Джон, пожалуйста. Применима ли свободная воля к Богу? Скажем, свободен ли Он был, когда творил этот мир? Есть разные национальности. Я, скажем, из Индии. И если мы говорим о том, что Бог в чем-то похож на нас, то повлияет ли это на принятие человеком решения обрести спасение? Что ж, опять это зависит от того, какой модели проведения вы придерживаетесь. Если вы придерживаетесь модели общей суверенности, Джон, может, я неправильно понял ваш вопрос, поэтому если я не в том направлении двигаюсь, вы меня остановите и поправьте. Но, скажем, если кто-то придерживается модели проведения общей суверенности, то он будет верить в либертарную свободную волю. И как мы уже говорили чуть ранее, такие вещи, как ваши предпочтения или, скажем, культурные особенности, все это повлияет на то, что вы знаете и как много вы знаете об Иисусе Христе и что вы о Нем думаете. И если вы верите в либертарную свободную волю, то вы будете считать, что никакие факторы, внешние факторы, ни в совокупности, ни по отдельности, не могут быть настолько сильными, чтобы склонить вашу волю к принятию Христа. И также нет факторов достаточно сильных, чтобы склонить вашу волю отвергнуть Христа. Вы принимаете Его или отвергаете на основании решения своей собственной воли. Но, с другой стороны, если вы придерживаетесь модели проведения частной суверенности, и при этом вашей позицией является компатибилизм, то есть вы не отвергаете свободу, то вы можете допустить, что есть внешние факторы, которые достаточно сильны, во всяком случае, некоторые факторы, чтобы склонить вашу волю либо к принятию Христа, либо нет. И тогда то, о чем мы говорим, становится еще более значимым, потому что в каждом конкретном случае, когда человек решает принять Христа или отвергнуть Его, то прежде чем вы рассмотрите все эти факторы, которые могли повлиять на его решение, вам трудно будет понять, что же на самом деле послужило тем, что склонило его к принятию решения, что показалось самым убедительным доводом. И в случае каждого человека это будут разные факторы, так как все люди уникальны, и вы не сможете ничего гарантировать. Скажем, вы придерживаетесь компатибилизма, и вот есть набор факторов, который склоняет волю человека к принятию Христа, но для другого человека эти факторы могут послужить совсем наоборот. Я правильно понял ваш вопрос? Ой, хорошо. Что ж, спасибо, хорошие вопросы. А сейчас давайте сделаем перерыв минут 10, и когда мы вернемся с вами после перерыва, то мы с вами обратимся к модели проведения умеренного детерминизма и рассмотрим соответствующие аргументы. Как вы уже поняли, я сам лично придерживаюсь модели частной суверенности,
Я не крайний детерминист, поэтому я должен оставить место для свободной воли в своем понимании богословия. И я буду приводить аргументы, что единственная возможная свободная воля, которая согласовывается с тем, что учит Писание, это компатибилистская свободная воля. Но сейчас перерыв. Спасибо за внимание. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.